Призер Олимпийских игр Магомед Ибрагимов провел утреннюю зарядку с махачкалинцами. Размяться на стадион «Труд» пришли общественники и работники Комитета по спорту, туризму и делам молодежи. Также в акции приняли участие дети. Эстафету «Начни утро с зарядки» ребята передали волонтерским организациям города. В основе любой деятельности, в том числе и нашей, стоит энергия. И сидя за гаджетом дома, эту энергию, соответственно, не получить. Поэтому, если перефразировать достаточно известное выражение, солнце, воздух и весна – самое время для зарядки. Чемпион показал собравшимся упражнения для разогрева тела. Перед тренировкой сделали растяжку, показал несколько приемов из вольной борьбы. Сам Магомед Ибрагимов надеется, что подобные мероприятия вызовут интерес к здоровому образу жизни у молодежи. Упражнения, которые я сам делал и которые в какой-то степени мне, наверное, помогли добиться спортивных результатов. Ну, сам, откровенно говоря, получил большое удовольствие, вспотел. И, по-моему, детишки тоже остались довольны.